Почти месяц прошел со дня трагедии в Домне, когда 22 января жертвой стаи собак стала 7-летняя школьница. Мы намеренно возвращаемся к этой теме снова и снова с одной лишь целью – добиться активных действий со стороны федеральной, краевой власти, глав муниципалитетов, которые продолжают сегодня, на наш взгляд, абсолютно неравный бой с огромной численностью беспризорных животных. Продолжим тему с гостем нашей студии, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Забайкальском крае Андреем Томских. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Еще в ноябре Народный фронт взял на контроль, на мой взгляд, очень важную тему. Вы проводили мониторинг маршрутов от дома до школы. И уже тогда был выявлен ряд несоответствий. Вот, к примеру, школа номер 9. 2 года вы добивались установки освещения на пешеходном переходе. Ваши предписания были все-таки исполнены? Ну, каждый год сталкиваемся с одним и тем же, что город объясняет, что у них нет средств на обеспечение освещенности, да, маршрута, там, благоустройства маршрута и так далее. Отдельные школы, да, выполняют поручения, но у нас школ 50 с лишним. И мы видим по обращениям родителей, школьников, когда периодически возникает кризис, вот типа вот этого собачьего кризиса, да, или пропажи ребенка, о том, что, к сожалению, город не освещен, не благоустроен, ну и так далее. Вот новая школа номер 35, вот уже в апреле заявили о том, что она будет функционировать в полную мощность. Как там? Решен ли там вопрос? Есть ли там безопасные подъездные пути? Ну, к сожалению, вот, несмотря на увещевание в свое время Министерства образования и науки Забайкальского края о том, что когда будет школа построена, необходимо сделать подъездные четкие пути. На сегодняшний день построена дорога народная, да, и внутри школы все заасфальтировано. Там осталось 300 или 400 метров. К сожалению, с опозданием школу в год сдали, а подъездных путей нет. Поэтому, ну, собственно говоря, это большой промах городской администрации. Активисты ОНФ уже назвали действующий федеральный закон о собаках законом о животных в общем. Что вы имели в виду и какие предложения Народного фронта могут сдвинуть, на ваш взгляд, ситуацию с мертвой точки? Ну вот у нас были совместные заседания с Общественной палатой Забайкальского края, да, и мы выдвинули ряд предложений, которые поступили в том числе на ЗАГС собрание Забайкальского края для внесения изменений в закон об ответственном отношении животных. Мы обращали внимание, что ситуация, которая возникла в Домне с девочкой, и предыдущая, следующая ситуация, это не закон о собаках, это об ответственном отношении к животным вообще. На самом деле у нас достаточно много людей гибнут на федеральных трассах вследствие столкновения автомобилей с свободно гуляющим крупнорогатым скотом и лошадьми. На этом никто не обращает внимания, поэтому ответственное отношение это не только к собакам, кошкам, любым другим животным, это непонятные зоопарки, которые бывают в регионах, приезжают цирки сюда, да, и прочее. Поэтому этот закон всеобъемлющий. Собачья тема возникла в силу вот этих обстоятельств, очень тяжелых обстоятельств, да, в Домне. И мы видим последующие вещи. Правительство Забайкальского края делает те мероприятия, которые укладываются в рамках действующего законодательства, и им никто не мешал эти мероприятия делать и раньше, собственно говоря. Да? Почему-то все уперлось в уничтожение собак диких, да, которые бегают по территории города Читы, там, Забайкальского края. Но мы говорим об ответственности. Это регистрация собак, да, это стерилизация собак, это уход за домашними животными, кошками там, и так далее, и так далее, и так далее. Ответственность в этом. И мы-то хотели, чтобы акценты были смещены в первую очередь на начальной стадии. Не будет никаких бездомных собак и других животных, если мы будем на уровне граждан, на уровне чиновников местной администрации, краевой администрации, федеральной исполнять законодательство, которое на сегодняшний день есть. Вот что самое главное. Как отследить чисто механически, завел человек собаку, как контролировать его в этой части? Ну, это самая тяжелая составляющая, которой никто не хочет заниматься. Да? Это должна быть регистрация, как в мире, в большинстве, ну, мы говорим, цивилизованных стран занимаются регистрацией тех животных, которые попадают в руки человека. Способы разные, да, где-то чипирование, где-то, может быть, какие-то другие формы, да, существуют. И вы не можете просто приобрести собаку вне клубного движения там, да, и так далее. Поэтому мы все равно должны к этому перейти. Я еще раз говорю, но это не только о собаках, это о всех животных, которые есть. 7 лет прошло со дня трагедии, когда ребенка, тогда второклассника, мальчика загрызли собаки, прикормленные у мясокомбината. Дело было на острове. Как вы считаете, почему нужно было дождаться новой трагедии, чтобы начать предпринимать хоть какие-либо действия? Мы относились к этому закону на уровне федерального правительства, да, наверное, на уровне регионального правительства и местных органов власти так очень легко. Да? И мы, к сожалению, живем у себя в регионе от трагедии к трагедии. Да? Мы активизируемся сейчас, вот месяца 2-3 мы будем что-то активно обсуждать, строить и так далее, а потом опять все снизойдет, да, может быть, до того состояния, которое есть.
Поэтому общество должно держать постоянно на контроле этот вопрос. Потому что трагедии, они еще системно повторяются. Еще раз обращаю внимание, вершина Дарасуна, да, это в какое нападение совершали домашние животные, домашние собаки крупных пород. И сейчас по стране статистика такая идет, что и в домне-то, кстати, никто же не подтвердил на самом деле, что это бездомные собаки. Может быть, обращали внимание, как в сельских поселениях школьники идут в школу с утра. Идут школьники, и за ними идут их дворовые собаки. Просто бегут радостно, виляя хвостиками. Если там 200 школьников, наверное, около сотни собак сбегаются, ну хорошо, трагедии нет, да? Они должны дома сидеть, может быть, на привязи или там в каких-то вольерах находиться и так далее. Поэтому эта ситуация серьезная, это поведенческая ситуация относительно наших домашних питомцев, которые у нас живут. Мы должны к ним отнестись все-таки ответственно. Вот ключевой вопрос. Как быть людям сегодня? Как быть родителям школьников? Как быть пожилым? Как не допустить новой трагедии, пока закон будет проходить этапы новой редакции, многочисленных слушаний, вот, пока мы дождемся его принятия, его работы? Ну, он закон, я не думаю, что он сильно поменяется в той части, да, я сегодня уже просматривал в рамках подготовки, он будет усилен с точки зрения ответственности чиновников, потому что на самом деле все в законе прописано, что нужно делать, и приюты, да, и отлов, и стерилизация, там, сказать, и выпуск в определенное время, и не выпуск агрессивных собак и так далее, там все это есть, просто нужно выполнять. Но я думаю, что нужно просто жить, да, в тех условиях, в которых есть, а тем службам, которые обязаны контролировать животных, которые попали в силу ряда обстоятельств в среду, где есть человек, их нужно просто отлавливать и помещать их в приюты, а дальше уже по регламенту агрессивных собак необходимо устранять, да, и не выпускать, не агрессивных, либо пристраивать к людям, да, которые хотят их взять себе домой, вот, и уже заботиться полноценно, либо содержать их в приютах до того момента, пока, так сказать, судьба их не будет решена. Активисты Народного фронта будут держать эту тему на контроле? Ну, мы ее постоянно держим на контроле. Дело в том, что люди же к нам обращаются, да, вот в рамках тех мониторингов, которых Народный фронт запускает по разным, да, обстоятельствам, мы это держим постоянно на контроле. Вот. У нас все-таки почти 900 населенных пунктов. Да? Если мы с вами здесь же в Чите видим периодические отчеты о том, что поймали сегодня 14 собак, завтра 20 собак, так сказать, причем и маленьких, и больших, да, щенков там не надо ловить их, да, по-разному, то мы же с вами абсолютно ничего не слышим, а что делается в остальных практически 900 населенных пунктах. Да? И в этом-то самая главная трагедия. Мы можем построить себе 14 приютов, да, или там какое-то количество, и они будут находиться в крупных городах, а что все остальные просто будут сидеть и смотреть или посылать заявки, чтобы приезжала фирма, забирала каждый раз собачонку, да, или кошку, или еще. Тратить огромные деньги. Да, либо они тоже приступят, собственно говоря, к регистрации, к тем системным мерам, которые должны быть при территории всего края. Сегодня в Домне трагедия, завтра в Чите трагедия, послезавтра в Сретенске, да, а потом какая-нибудь маленькая деревня, и на кого ссылаться. Поэтому должны быть абсолютно системные меры, да, сделаны. И мы предлагаем, чтобы правительство Забайкальского края разработало комплексный план на 2 года вперед. Вот всего лишь. Почему на 2 года вперед? Потому что в 2023 году состоятся следующие выборы, ну, в том числе губернатора Забайкальского края. И мы должны увидеть вообще за 2 года, есть ли реальные подвижки в этом вопросе или подвижек нет, и тогда сделать какие-то выводы. Вот, собственно говоря, и все. Спасибо большое. Я напомню, гостем нашей студии сегодня был сопредседатель регионального штаба ОНФ в Забайкальском крае Андрей Томских. Мы говорили об общественных предложениях, которые позволили бы обеспечить безопасность жизни и здоровья забайкальцев в сегодняшних условиях.